Так. Ну вот попал в музей. Ну хотя, если что, можете рассказать, но это явно американская машина. Тут почти все американские. Тут все почти американские. А вот он, 24-я Волга. 21-я, то есть, а, что-то я. А как же ее так посадили? На отмену дублеск. Ух ты. Ну, даже... Вот это раритет. Так они с номерами прям, да? Да, на ходу. На ходу, и хозяева выезжают на них, да? Угу. Все верно. У каждой машины есть хозяин или? Нет, тут практически все машины одного хозяина. Одного. И он просто на них выезжает, да? Да. На прогулке. Молодец, собрал такую коллекцию. А это еще будет, наверное, краситься, да? Или, или это лаком может, покрыто? Ой, извините, я забыл. Это, ну, лаком покрышу. Да. Абразива нет на руках, но все равно. Привычка все трогать руками. Поэтому, видите, пальцев нет. Вот так трогал по фуганку, как ножи блестят. И чик, и пальцев нет. Это все 60-е годы. Вот он. Угу. 60-е, начало 70-х, да? Ну, это 76-го. 76-го, это да. Это 69-го. Вот, это Виктория только родилась в этом году. Сверстница. Ну, это современная. Хоть эту можно руками потрогать? Ничего ж не случится. Этикетку. Ну, потрогал, да, еще раз. А вы какие-нибудь палочки такие, чтобы руки, когда чешутся у человека, раз об палочку, потер, и зуд прекратился. Хочется, конечно, их потрогать. Вот она, красавица. Широкая такая. А сколько у нее ширина? Ширина в районе метра. Больше? Нет. Тут, наверное, метра полтора. Даже 1.80 м. Если бы рулетка была бы. На мой взгляд, 1.80 м. Нет, ну меньше. Меньше? 1.84 м. Ну, значит, 1 м где-то 60. Где-то да. Ну, точно, 1.60 м. Потому что она самая широкая, наверное. Да, Волга, конечно, прикольная. 21-я. А это жук, да? Да, 73-го года. Ага. Жука. Всегда можно узнать. Неповторимая форма. Он и до сих пор, говорят, выпускается, да? Да, но он же не такой там. Ну не такой, ну. Его красивый, не такой. Все равно форма как бы сохранена. Да. Он точно на жука похож. Ух ты. Ну, вот она. Континенталь, марка Линкольн, Континенталь, да, да, Марк 4, шикарная машина.
Ну, снимите меня, пожалуйста, на фоне этой. Как выключить? Нет, нет, пусть он работает. Руками трогать не буду, но... Ну, тачка, короче, класс. Вот такой бы... Это цвет красивый, а это форма. Линкольн есть Линкольн. Земляне, Александр Док для своих подписчиков. Для канала снимаю. Одно расстройство. Ну а тот, кто собрал эту коллекцию, он удовлетворен? Или хочет еще? Еще хочет проект, с десяток, да? Где-то. Ну, не, ну сейчас больше мы на кастомный проект ориентируемся. Это ж не... А сейчас доделывается Запорожец 965 карбатый. Карбатый даже. Да, и там мы ему сделали крышку, как у кабриолета, и поставили 16-клапанный мотор от Приора. А у нас был Запорожец тоже горбатый, мы на него жигулевский двигатель ставили. И прикалывались на светофорах. Что же, Лада, Жигули. Ну да, не, ну тогда с 0,1 мы ставим. И на светофорах так, ну все же думали, ну там горбатый. Вперед, пошел. Было дело. Хороший у вас музей. Так, я хочу же закончить, что не остановишься никогда. Это дело такое, если начал заниматься, то будет заниматься. А если есть кому передать, хозяин, то он, конечно, передаст. Ну, дети есть. Ну, это уже здорово. Только дети, наверное, все равно такого не будут испытывать. Все равно это чувство эксклюзивное. А тебя не пустили. Зря там такие тачки. Там даже одна есть твоего возраста. Да, 76-го года. До свидания. До свидания, спасибо. Спасибо, что зашли. И вам спасибо за экскурсию. Я песок или стружка собралась? Не, она там такая классная тачка. Это вот та грузовая, наверное, да, которая все на себе? Нет, там легковушка. Шевроле, по-моему. 76-го года. Да.